Ви знову на X-Factory. Третій прямий ефір. І я щаслива, що ви з нами цієї суботи. Кожна пісня лунає українською мовою. Та не забувайте, як би сильно ви не прикипіли душею до 10 найкращих. Один із них заспіває на X-Factory сьогодні востаннє. Хто це буде, вирішувати тільки вам. Ваша любов – єдиний порятунок для них. Пам'ятайте про це. Іван Олександровичу, ви зовсім не схожі на чарівника, однак оголошувати українське диво на X-Factory випадає завжди саме вам. Для того, щоб бути чарівником, не обов'язково на нього бути похожим. Це раз. А во-вторых, я обожаю людей, які йдуть на риски, сміло йдуть на риски. Звісно, вони в цьому випадку не рассчитують на какие-то конкретные результаты, потому что все может случиться. В этом шоу «Под риском» я подразумеваю репертуар и подход к этому репертуару. Это не совсем, что ли, понятный зрителю. Украинское чудо, рискующее на ваших глазах. Валерия Симулик. Она ехала маленькой Лерочкой, да, то есть мы в ней души не чаем. А сейчас я понимаю, что она повзрослела очень сильно. Одно время переживала за нее, говорила: Лера, ты тут не влюбилась никого? Говорю, все, ты же, говорю, маме расскажи. Потому что я волнуюсь. Она: нет, мамочка, все нормально. Папа у меня друг, он когда-то приходит после работы, он у меня работает через сутки двое, он вообще не спит. Он приходит ночью в 4 часа или в 5 часа утра, говорит: Лер, а у тебя когда муж будет? Ты ж меня не бросишь. Я говорю: нет, нет, папа, не брошу. Я очень скучаю за родителями. Это секрет. Потому что если я скажу, что я по вам скучаю, они срочно приедут сюда и будут контролировать каждое мое движение. Из нее какую-то хотят диву вылепить, а она ребенок еще. Она вообще детские должна петь песни. Чунга-чанга, например. Мне кажется, лучше соседу петь чунга-чанга и в Африке горы вот такой высоты. Мы тут как раз барьеры преодолеваем. Песня может быть и колыбельной, но подача-то, энергия, она не даст заснуть. Давай здесь дадим ритм. Давай здесь дадим ритм. Да. Но у нас бубны не было, у нас были стаканы, которые мы насыпали. Еле-еле достали гречку. Как красиво, Лера, вот это ты живешь. Здравствуйте. Здрасте. А можно у вас гречки попросить? Да, я вам дам, а потом что я буду варить людям? Я верну все. Более того, я уже сварен и верну. Я уже поняла, удивляться нечего. Ты должна понять, что это такая, такая. Ни разу не пела капельно. Это будет мой дебют. Дебют – это же первый раз, да? Валерия Симулик. Налетіли гурт.
червоні чобоття. Ти, Петрику, не гуляй, піди гулі позганяй, а щоб гулі не гули, і катрусі спитали, а щоб гулі не гули, і катрусі спитали. На сцені шоу «Х-Фактор». Здається, зараз на 3 хвилини всі завмерли і навіть дихати боялися. Зараз побачимо, чи далекі наші судді від звичайних глядачів. Ігоре, ти вражений? Я вражений, було дуже красиво. Було так, вау. Катруся, звичайно, не засне. Але ще буду довго думати про те, як класно ти вмієш співати, однозначно. Спасибо большое. Було класно. Дякую, Сергій. Я не чунга чанга, правда? Я теж вражений, дуже вражений. Дійсно волшебний номер, прекрасна робота, красиве, великолепне, я б даже сказав, горлове пєння, і так все по-дівічі, так свіжо. Це от те, що я люблю. То, какой бы я тебя хотел видеть всегда, Лерочка. Вот то, о чем я говорил на предыдущих эфирах. Сегодня вот именно тот образ ты показала, который мне очень дорог. И я считаю, он должен за тобой как-то закрепиться. Молодец. Дякую. Нино. Я хочу сказать только то, что вот твое пение очень близко величайшему красивому народу, как Украина. Прекрасно было. Очень близко. Спасибо. Дякую. Ваша черга, наставнику. Да, мне после таких слов хочется только поздравить себя с потрясающим выступлением, Лера. Ты молодец. Все вот эти вот твои рискованные верхние ноты, которые ты брала фальцетом и опевала, это все удалось. И в целом песня удалась. И вся и подача... И... Молодець. Горжусь. Спасибо. Дякую. Якщо і ви не хочете наражати Леру на небезпеку і змушувати її нервувати, не робіть цього. Краще телефонуйте 0900-902-012 і надсилайте смс із текстом 12 на номер 7766.
пильнуйте цифри, за якими треба голосувати. І не забувайте, що ваших голосів багато не буває. Головне – дочекатися оголошення про старт голосування. Вдалого вечора! Це була Валерія Симулік. Підписуйтесь на наш канал в YouTube X-Factor Україна, і ви не пропустите найцікавіші моменти найкращого телевізійного українського шоу.